по просьбе знакомого товарища. Покажу, как надо приготовить рыбу на гриле без масла. Берем два кусочка стейка из рыбки, размороженные естественным образом в холодильнике. Дальше делаем смесь из приправ. Это у нас лучок, это у нас чесночок, приправа к рыбке, немножко перца молотого, еще другой приправки. Приправы много не бывает. Укропчик. Ну, что у нас еще есть? У нас есть паприка. Вкус. Соль добавлять не будем. Сковородку на максимально для разогрева. То есть сковородка у нас должна быть горячей. Режем две дольки, потому что у нас кусочки маленькие. Остатки можно сделать вот так, лишним не будет. Уже горячее. Кладем нашу рыбку. Берем розмарин и буквально чуть-чуть сыпем на саму сковородку, не на рыбу. Это просто такая приправа. Она соком пропитается, даст эффект. Все, закрываем крышку, ставим таймер на 5 минут. Причем у крышки надо даже вот это отверстие закрыть, потому что все должно быть париться. Делаю вот так. Максимально в огне. Осталось несколько секунд. Что мы делаем дальше? Сейчас запищит. Мы снижаем ровно наполовину мощность нашей плиты. Ровно наполовину. Осталось 40 секунд. Добавляем мощность на самую маленькую, но я ставлю на двоечку. И еще запускаем 5 минут.
Ну вот, осталось 30 секунд. В принципе, можно. Только теперь можно доставать крышку, вскрывать. Вот у нас получилась такая вот рыбка. Аккуратненько, ой, и горячо. Мы ее снимаем и выкладываем. Если сделать так же самое семгу, эффект будет совершенно другой. Вот и все.